именно Лотос явил миру золотого дракона. С головой ящера, телом змеи и хвостом длиной в тысячу ли. Рыбницкая набережная. В эту субботу здесь ожила легенда о драконе. Так проходят показательные выступления. На Днестр спустили драгонботы. Это большие 10-местные каноэ. На них есть рулевой, а гребцы синхронно работают веслами. Гребля на дракона отличается тем, что здесь слаженная работа команды. Здесь общая физическая подготовка. И здесь действия зависят от друг друга. Ты не думаешь о себе. И общая сплоченная работа приводит всегда к результату. Мы даем словесный такт, например, у каждого свое, но мы выбрали оп. Это наш ритм, мы под этот ритм работаем. В показательных выступлениях приняли участие 4 команды. Это представители администрации президента, кадеты, суворовцы и танцоры клуба «Вернисаж». Скоро Рыбница соберет свои команды. Они примут участие в регате в июне. Есть все условия для тренировок. Напомним, недавно по фонду капвложений завершили ремонт грибной базы. А это вертикальный забег, дистанция 200 метров на мост над железной дорогой. Вверх по лестнице. Ее построили еще в 1961-м, в год первого полета человека в космос. Сейчас по ней взлетают спринтеры. Бежать под углом почти 70 градусов непросто. Рекорд у Дмитрия Дубенецкого. Это 38 секунд и 98 миллисекунд. Для сравнения, среднее время остальных участников минута 20. В прошлом году я уже брал второе место по личному. В этом году повезло. Старался и добился своего. Много тренировок, все-таки я немножко занимался. И удача в том же случае помогла. 101 ступенька – это почти как забежать на 9-й этаж. Вертикальный забег в Рыбнице проводят 6-й раз. Семья Гилка не пропустила ни одного. Даша и ее папа в этот раз взяли золото. Мама на 3-м месте. У Даши лучший результат среди девушек – чуть больше 45 секунд. Я бежала через одну, потому что это намного быстрее, чем на каждую ступень. Я занимаюсь легкой атлетикой очень давно уже, и как бы у меня семья спортивная. Папа начал, мы с мамой подхватили и продолжили заниматься. В вертикальном забеге приняли участие 42 рыбничанина, самому младшему 18 лет, самому старшему 60. Были и эстафеты, участникам вручили медали и грамоты.